Это мацеллюра, вот такое интересное зеленое растение. Оно внешне очень эффектное, потому что необычное. Состоит из нескольких таких веток колокольчиками. Внутри каждого колокольчика вот такие семечки, состоящие из 4 зернышек. Похоже на кофе. И имеет вот такие лопасти рядышком. Вот такие растопыренные лопасти, что приобрело название динозавриков. Вот такие динозаврики у нас. Вот, смотрите, какие красивые динозаврики. Очень красиво смотрится в сухостойном букете. Высыхают вот эти вот граммофончики, и они приобретают такую сеточку, прозрачную сеточку. А рядышком хочу показать вам кукурузу, которую я купила из-за красного початка, но не придавала этому значения. И вот я густо посадила, вот прямо густо посадила, ну для того, чтобы притянить кое-какие растения и чтобы были початки. Початки уже формируются. И просто случайно вот сегодня увидела, думала, просто будет початок красный. Это съедобная кукуруза, которую можно варить. Оказывается, у него вот такой снизу вот такой вот листик. Вот смотрите, красный. Красные такие полоски. Зелено-желто-красный. До этого у меня была кукуруза. Очень красивая, с широкими полосками. Но семена, к сожалению, я не смогла купить в этих ларьках этих. Купила вот такую. Ну, эту упаковочку я уже выбросила. Ну, посмотрим, какой будет сам плод. Ну, так она очень симпатичная. Вот снизу вот такие красные листики, а сверху вот такие желто-пестрые. Тоже интересные. В общем, посмотрю, что будет. Так что, девочки, посмотрите на вот это растение. А на этой мацеллюре есть мелкие вот такие колючечки. Здесь видно вот так. Колючечки. И колючечками она за... Ну, в общем, когда высыхает это все, она цепляется, ну, за какие-то растения и так себе живет. Живет каждый раз в разных местах, чему я несказанно рада. То есть не грядками посажена, захотела там, захотела там. Не знаю, сколько семечка это, может быть. В общем, все само прорастает. Вот так.